Вот, посмотрите, молоденькие синички, слетки. Недавно покинули синичник, вот уже подросли, летают, но до сих пор просят родителей их покормить. И вот родитель клюет, это шар из зернышек и жира, такой специальный птичий корм. Но просто был подвешен, а теперь упал. Вот, и вот видите, потрясывает крылышками их трое детенышей. Вот маленькие синички подлетели, а то зяблик чуть покрупнее на заднем плане. И вот просит родителя, родитель клюет и их кормит. Ну, скоро и сами, возможно, поймут, что можно клевать. И вот это зяблик справа, вы видите. Парочка зяблика. Вот зяблик и зяблик самочка. Вот смотрите, как интересно наблюдать сейчас за птичками. Как просят малыши, кричат, покорми, покорми. Специально им семечко насыпали еще. Вот проголодались, вот малыш, видите, крылышками вот потряхивает и просит еды. А вообще они вот там на веточках вверху, видите?